Более 1000 протестующих атаковали супермаркет в бразильском городе Порту-Алегри после того, как охранники торгового центра убили темнокожего. Инцидент произошел накануне вечером. Одна из работниц магазина позвала охрану из-за того, что посетитель якобы ей угрожал. Мужчина скончался от полученных травм. Кадры, опубликованные в соцсетях, вызвали протесты по всей стране. Люди выступают под известным уже лозунгом «Жизни черных важны».